Приветище! Это Pacific Drive, и сегодня мы возвращаемся обратно в Сиерам, в сердце аномалии. То есть едем по маршруту Е5, дальше Е1, и там ищем какую-то карту, которая нам должна помочь. Дорога Е5, полевая. Глушь, сырая чаще, внешняя зона. Условия развилки – постоянная стабильность. Это очень хорошо, нам на руку. Можно спокойно, не спеша провести разведку. Ой-ой-ой, а что с погодой-то стряслось, я не понял. Секунду назад солнышко было. Ой, еще и молнии. Что за отстой? С такой погодой в полной мере даже нельзя опробовать шины. Хотя дорога мокрая, и вроде бы даже как колеса должны справляться одна отлично. Но я пока этого не чувствую. Значит, едем за ядром сперва. А то мало ли приспичит нас опять быстренько свалить домой. Ура! Закончилась эта сраная гроза с метелью. А там у нас что такое? Чё оно там это? Возмущается. Пойду поближе схожу, посмотрю. Это похоже на ловушку какую-то, что ли? Надо отсканировать. Что-то не сканируется. Это двигатель. Опа. Пойду я лучше плазму пособираю. Хоть на мне и свитер, который защищает от электричества, там 30% защиты. Ток все равно доставляет мне дискомфорт. О, ну вот, опять. Да что ж такое-то? Зоне явно не нравится, что я тут брожу. Юху, бездорожье. Как раз колеса для этого у меня и предназначены. И еду я по этому бездорожью, как по асфальту. Вот это да, вот это я пробовал свои колесики новые. На той бы летней резине я бы тут скользил и очень медленно ехал бы. А так несусь со скоростью 40 миль в час. Еее, солнышко, сухая грязь. И можно развлечься по полной по этому бездорожью. Что-то у меня какое-то плохое предчувствие по поводу того, что если сейчас это ядро заберу, то тут будет а-та-та. Пока спокойно. Ох ты, ловушки! Ой, дерево. Нифига себе, хорошо, что я тачку кинул чуть-чуть подальше. Смотри, как они меня подловить хотели. Здорово, чувачки. Можно я тут попробую проехать? Пробиться через ваши ворота? Должно же проходить. О, отлично. Сколько здесь модулей? Явно что-нибудь тут можно найти. Плазму пока не буду забирать. Она питает модуль. А значит, в нем есть свет. Ну да. Что тут вообще есть у вас, собственно? Ультрафиолетовые лампы. Тупта какая-то. Тут взламываем. Баночки, скляночки. И газ. Ну все, это нам больше незачем. О, нет, только не говорите, что сюда нужно оборудование. Дверь закрыта. Чтобы открыть, нужен набор электрика. Ну, ёлки-палки, у меня его нету. Ладно, валим тогда отсюда. Пожалуй, к этой точке. Скорее всего, там то, что мы ищем. Но после того, как мы это место зачистим, сможем спокойно по этой карте тут ездить. О, плазму забыл. Хотя, с другой стороны, если я начну выполнять квест и закончу его, то тут может нагрянуть какая-нибудь аномалия. Поэтому лучше я еще покатаюсь. Тут вот еще есть небольшой городочек. Чувачок, можно я тут пройду аккуратненько? Вышибу вот эту дверь. Спасибо. Обратно бы двери закрыть только как-нибудь. Чтобы этот чувак не зашел сюда и не бомбанул меня вместе с собой.
Благодарю, я все посмотрел, зачистил. Можете охранять это здание дальше. Кого я встретил, а? Рядом с ядром. Что бы это могло значить? Ух ты. Только не говорите, что ловушки сейчас вылезут где-нибудь тут у дороги. Ну нифига себе. Это очень, очень плохо. Да блин, машину глуши, глуши машину. Что-то как-то потемнело. Ты же не должен забрать тачку, да? Черт, он ее забирает. Нет, ты ее не должен утащить, потому что она на ручнике стоит. Я пока успею закинуть ядро. Все, отцепился? Давай, вали отсюда, смотри, что я тебе дам. Хотя, наверное, ничего я тебе давать не буду, ты сам уже улетел. Что-то с него грязище какая-то брызжет. Или с него всегда так брызжило? Непонятно. Все, заводим тачку. В этот раз пронесло. Едем дальше. Эй, капот, закройся. Капот! Блин. Стоять! Я хочу сесть. Так, наверху что-то есть. Надо заехать наверх. Интересно, смогу ли я это сделать своими шинами? Ой, ну тут резкий подъем. Прям капец какой резкий. Наверное, не смогу. Ну, сейчас разгончик возьмем и поедем. Опа! Ну, кажись, едем. Слушай, шины тащут. Даже без полного привода. Нифига себе. Нормаленько так. Заехал. А куда я ехал-то? Тут какое-то здание есть по левую руку от меня. Может, на горе? Еще выше, походу, взобраться надо. Хотя где-то здесь уже здание. Так. Пожалуй, я останусь где-нибудь тут внизу. А дальше пешочком прогуляюсь. Ага, вот оно. Вот оно, это здание. И что же в нем есть? В этом одиноком здании. Газовый баллон, химикаты. Короче, куча барахла, ничего более. Ну, тогда я пошел отсюда. Обратно к своей тачке. Какой красивый отсюда вид сверху. Прям балдеть. А там вон сердце аномалии, в которую я как-то въехал в прошлых сериях. До заправки доехали. Все дороги ведут сюда. А это что за фигня? Вроде на заправку пробрался, а не в казино. Наклейка «Понтовоз». Ух ты, какой здоровенный домище. Может, это ангар? Сейчас заедем. Ну да, похоже на это. Сейчас пошаримся тут. Облом. В этот ангар зайти нельзя. Но зато за мной наблюдают туристы. Да вы издеваетесь. И сюда тоже зайти нельзя, в этот домик. И нафига я сюда тогда приперся? Отстой. Наверное, ради вида. С этого ракурса на сердце аномалии я еще не смотрел. В такие моменты ощущается, что ты играешь в Half-Life, а не Pacific. Мать моя женщина, ты откуда взялся? Убрал свою сосальню от моей жестянки. Козлина ржавая. О, послушал. Или обиделся. Вперед, у нас засада. Даю заднюю. Во что я врезался? Вам ничего нету. О, туристики, привет. И пока. Какой интересный грузовик нашел. И значки на нем тоже интересные. Есть что внутри? Оу! Стальная дверь! Стальной бампер! Лампочки! Эх, жалко, мне это все не влезет. Короче, принято решение. Все это как-то... Блин, дверь очень здоровая. Прям капец. Бампер куда-нибудь не поместится? Я думаю, что поместится, если я все вот это вот раскидаю. Вот сюда вмещается, отлично. Забираю все, что могу.
А вот это вот в руки. Она даже окрашена в цвет моей точилы. Круто. Я тут, короче, еще один бампер вытащил. Значит, может что-нибудь заменить? То, что у меня повреждено. Вот, например, вот это вот я откручу. Вот здесь вот кино. Вот это тоже откручу. Скидываем балласт. Вот это, значит, крепим сюда. По дверям, что у меня? Вот эту вот дверь можно открутить. А это поставить. Прям в дороге, блин, апгрейд. И вот этот бампер мы сейчас вставляем вперед. Ну все. А вот это то, что валяется, надо разобрать. Ну и, конечно же, за лампочками еще вернуться надо. Прыжок веры. Е-ха! Туман, как в Silent Hill. Надо фару врубить. Значит, тут мы будем сейчас спускаться вниз. Тачка должна выдержать. Еще у нас что-то ручка двери повредилась. Плохо будет открываться-закрываться, что ли? Непонятно. Надо будет сейчас это выяснить. И мы вроде бы как приехали. Приехали ровно туда, куда хотели. Как тут все интересно. А, у меня стекло тут разбито. Все понятно. Так, значит, едем прямо к цели. Что-то странное происходит тут. Прям очень странное. Но я сейчас на самом деле под сердцем нахожусь, поэтому как бы... Фары-то как светят, да, тут? Блин, я думал через туннель проехать, а его завалили. Ага. Ну что, попробуем тогда тут. Давай, машиночка, я верю. С твоими новыми колесами ты должна заехать. Если я возьму разгон, то я туда точно заеду. Сзади у нас ничего нету. Все, разгон есть, поехали. Прямо, а потом направо. Давай, малышечка, я верю в тебя. Есть! Забрались, вот это оффроуд, вот это я понимаю. Раньше бы так. Ништяк. Мы тут. А, это мы приехали к той вышке, значит. От которой у меня пароля не было, а теперь, по всей видимости, у меня есть. Все вышки опечатаны, но сколько не настраивай защитные протоколы, хватит одного обозленного сотрудника, который оставит в коде свое имя и обрушит всю систему. В общем, код перезагрузки 4735. Найди и сканируй для меня карту стабилизаторов. О, мать моя! Я на этих вышках убирался после каждой смены караула. Ты даже не представляешь, чего я там насмотрелся. Как бы это сказать, день за днем наблюдать за Сиерамом. Занятия неприятные. Не завидую я этим часовым. Значит, вот как код-то можно было получить. По сюжету? А я-то голову ломал, где его взять? Осталось только найти эту штуку. А вот карты, кстати. Карта стабилизаторов. Отлично. Есть. Я добавлю на карту доступные маршруты. Ну вот, другое дело. Я нашла три подходящих стабилизатора секторов, и все они довольно близко. Я уже обновила твой маршрут. Подъездная дорога выведет тебя куда нужно. А, мне всего-то надо вот сюда приехать, и все. Я бы еще вот сюда заскочил, на самом-то деле, чтобы ядро забрать. Так что поехали вначале за ядром, а потом и на выход. Оу, зайчики, говорят, если двигатель выключить, то они не будут реагировать на меня. И кажется, так и есть. А я на зайчиков пореагирую. Иди сюда, я тебя распилю. Зайк, ты мой. Что там в тебе? Микрочип. Один заяц, конечно, на тачку сел. Все-таки фарами там играется. Вижу. А ну слази. Хватит мою тачку мучить. Гудни, ты что мне? Музло включил, негодник какой. Я не хочу музло. Я в тишине люблю ездить. Нафиг я вообще сюда поперся за этим ядром? Написано «стабильный якорь». Нифига он не стабильный, он в радиации находится.
Ну все, из аномалии выбрались. А теперь со спокойненькой душой можно ехать домой. Аккумулятор весь высажен. Максимальная скорость 40 миль в час вместо 60. Короче, полный караул. Ну, вроде бы как спокойненько еду себе, никого не трогаю, надеюсь, доеду. О, заправочка. То, что нужно. Тут еще и мусорка. Любезная мусорка. Как же я ее в прошлый раз пропустил? Может, ты меня чем-нибудь обрадуешь? Батарейки мне, в принципе, пока не нужны были, но спасибо. А я тогда заправлюсь. Ну все, едем дальше. Наконец-то я до этих врат доковылял. Серьезно, мне дальше ехать нужно? О, блин, на это я не рассчитывал. Призрачный лес, следующий пункт назначения. Что-то как-то меня пугает название. Но выбора у меня, походу, нет. Стабилизатор, полигон бюро, пузырчатый лес, внешняя зона. Местные леса – настоящий лабиринт. Если заблудишься, следуй за трубами. Рим-технология в стабилизаторах нагревает их до такой температуры, что выдержать может только оболочка из другой рим-технологии. Окей, спасибо. Но мне нужно сперва тачку починить. Дальше я ни левой, ни правой ногой не поеду. А ком же высажен, надо его подзарядить. А то без фар как-то совсем не круто ночью ездить. Поехали! Выходит, что нам надо по трем вот этим точкам прокатиться. Ну ладно. Сумки у меня забиты, шибко-то останавливаться больше я нигде не буду. Кроме как интересных мест. Так что едем напрямую по точкам. О, аномалия ускоряющая нас. Ух! Вот это нитро! А, тихо! Блин, только фар починил с бампером. Но не сильно вроде. Повреждений никаких. О, там еще ускорение. Балдежно, хочу. Куда-то только оно ускоряет нас не шибко-то нужное русло. О, полетели! Ух! Это сильно, конечно, было. Повредил фару чутка. Жить будем. Так, значит, нам сейчас вот сюда надо ехать. Поехали. Это что за фигня? Колючая лужа. Ну, то есть она проколет, значит, колеса, раз колючая. Доехал до первой точки. Я так полагаю, это вот этот приемничек. Антенна, точнее. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. А, я думал, это аномалия. Это всего лишь почта. Так и не могу привыкнуть к ним. К этим почтоматам. Ну что ж, а теперь пошли исследовать вот эту точку. Искусственный стабилизатор. Сейчас мы тебя подключим. Рубильничек повернем. И все. Что-то отваливается. 30 секунд галлюцинации. Не так уж и мало, когда думаешь, что провалишься в открытый космос. Ощущения незабываемые. Ты, кстати, знаешь, что кольца Сатурна умеют петь? Я видел десятки оторванных рук. Они тянулись ко мне, пытались схватить. Офи, а ты что видела? Ничего. Это как? Все что-то видели? Меня, значит, не задело, не знаю. Ты разве в ту ночь не дежурил в лаборатории? А ты разве не должен был заниматься своими делами, в которые слежка за мной не входит? Ладно, ладно, что началось-то? Ой, опасно! Ой, зря я, походу, сюда поехал, да. Самый короткий путь решил выбрать. Ну что ж, должен скатиться тут. Хорошечно так. О, да. Скатились как надо. Зашибись. Так, дальше нам... А, по прямкам. А там что за ледяное какое-то фуфло у нас происходит? Везде все что-то светится, что-то интересно.
Ага, ледяная стенка, вот это что. Или прозрачная стенка. Надо это отсканить. Да я выйду. Интересно, любопытно. Летная полоса. О! Нифига себе, вот это я полетел. Блин. Но зато очень изящно путь сократил. Приехали. А еще, блин, в ловушку попал электрическую. Не очень хорошо получилось, но вроде пронесло. Офис, скажи, почему тебе вдруг стали интересны легенды из сказки зоны? Раньше ты от них всегда нос воротила. Мои интересы тебя никогда не касались и касаться не должны. Должны, раз ты просишь нас тебе довериться. У меня встречное предложение. Вы идете считать сферы или чем вы там любите заниматься, а я помогу водителю добраться до источника галлюцинации. Прошу прощения. Не-не-не-не, Тоби сначала голоса, это его открытие. Конечно, я ему даже поздравительную открытку вышлю. Но мешать мне я не позволю никому. Чувствую, пахнет ссорой. Так, давайте все соберемся, иначе навсегда упустим единственную возможность раскрыть причину массовой галлюцинации. Вы-то своей псевдочепухой лучше бы просто не мешались под ногами. Это вам не за снежным человеком гоняться. Я ни за что не позволю двоим идиотам все испортить. Конечно, ты сама в состоянии все испортить. Уже забыла, как чуть не угробила водителя. Уверен, что хочешь поднять эту тему? Тебе может напомнить о твоем послужном списке? Иди к черту, Лапи! Я скорее уничтожу отголосок, чем буду работать с вами двумя. Мы тратим время. Должен быть другой способ. Мамочки, я лечу! Она совсем свихнулась! Водитель, если хочешь тратить время, копаясь в птичьем помете и пялись на звезды, дело твое. Слушай их и дальше. Но поверь, они нам не нужны. Я помогу тебе выбраться, чего бы то ни стало. Другого шанса у меня уже не будет. Пока они там болтали, тут столько всякого экшена произошло. Это вообще капец. Летная полоса — это, конечно, вещь, но можно так и разбиться окончательно. А, зря я, наверное, тут поехал. Давай, 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 пупсичек мой оранженький, ты можешь! Еее! Карабкаться по горам — это мое предназначение, по всей видимости. Да блин, нет, только не скатывайся, не скатывайся, долбанный капот. Вот. Стрелочки куда-то туда показывают. Где мы вообще? Мы почти приехали, между прочим. Оу, оу. Погоди, это что? Это как? Подсветите нам, что происходит тут? А, плазмогенератор что-то искрит. Ясно. Это все из-за туриста. Что он тут охраняет? Да, в принципе, ничего важного. А вот и последняя вышка. Надеюсь, что если я ее включу, то здесь ничего страшного не произойдет. Никакие аномалии ко мне не прилетят и не создадут ядерные условия. Чтоб я потом отсюда бежал с горящей жопой. Работает. Мы в деле. Стабилизатор оживает. Путь чист. Вот только я фиксирую скачки. Стабильность вокруг тебя проседает. Убирайся оттуда живо. А, я так и знал. Я так и знал, что этим все кончится. А ехать-то как капец далековато. А звуки-то какие стрёмные. Ну нет, я на это не рассчитываю. Я не хочу. Ой. Опасно, опасно. Только передом давай падать. Так, где мы едем-то вообще? Ой, что там такое красное? Ты посмотри, что происходит. Надо ехать. Лучше не стоять. Мне почему-то кажется, что я не доеду нафиг. Жесть. Обалдеть. Сердце аномалии, что-то там с ним стало. Аномалия сужается.
Она прямо за мной там несется. Это как в прошлые разы. И причем она быстро сужается. Очень плохо. Она меня догоняет. Что там сзади происходит, я не вижу. Но я еду. Надо сокращать путь. А то я не успеваю так. Так, я уже в зоне аномалии. Все, капец, там что-то розовое летит. Не по... Влетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Сколько тут деревьев-то, как объехать-то все это дело? Долбанный капот еще мешает. Что за фиолетовая фигня там, интересно? Прям вот интересно. Что это такое вот? Офигеть, что с ним происходит? Я доехал до точки, но еще дико любопытно съездить вот сюда, вот к фиолетовой точке. Посмотреть, что там. Это будет опасно для меня или не очень? Так, я смогу это все дело объехать аккуратненько? Я объехал. Еду к фиолетовой точке. Что это такое вон там, смотри? Что-то разбилось? Вот она, фиолетовая точка. Сейчас я быстренько выскочу. У-у-у, радиации тут, конечно, капец. Что это такое? Что это такое? Ха. И что? А, вот шлюз какой-то есть. Открывай давай. Мама мия! Так, это в руки. Это в руки потащили. Ничего ж себе. Ничего ж себе. Как-то мне это надо теперь запихать в тачку. Это бронированная панель. Так, давай я вот это вот, наверное, откручу как-то. Так, если это панель, значит это мы вот эту... О, вот это вот уже все, ей хана. Выкидываем. Вот эту ставим. Нифига себе, нормальненько. Так, у меня же там отхил где-то был. Ой, все, у меня времени нет. Поехали. Черт подери. Давай! Я должен доехать, должен. Иначе мне хана будет. Все, я в центре. Ну, по крайней мере, я хотя бы какую-то панельку стырил оттуда. Это, скорее всего, был этот упавший спутник. Там еще куча всякого интересного было, но я не успевал. Отлично сработано, водитель. Стабилизаторы секторов работают исправно. Теперь сможешь проехать прямиком к вспомогательной стене. Перед выездом советую подготовить автомобиль. Внешняя зона цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет за второй стеной. Ну что я тебе хочу сказать? Отличная вылазка была. Моя жопа, конечно, подгорела. Тачка тоже не ахти себя чувствует. Но ради вот такой вот свинцовой панельки оно того стоило. Думаю, что на сегодня это все. Если понравилось и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение, то не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда мы вновь увидимся в новом видео. Так что до встречи!